был обычный день. Я играл в SpellCast с ботами. Потому что все игроки уходили от меня и не хотели со мной играть. Тут я подумал, у меня же есть свой канал, есть свой сервер. Почему бы мне не позвать своих друзей с сервера? Но на моем сервере всего лишь... Так что я подумал, и мы с моим админом решили пересоздать свой сервер. Ой, мой точнее. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Еще причиной пересоздания стало вот это вот. Ну, сразу видно то, что подписчикам что-то вообще не нравится. Массово начали удаляться мои подписчики, так что явно сервер им не нравится от слова совсем. Так что я вынужден был пересоздать сервер. И теперь у меня новый сервер. На него пока всего 4 героя и, конечно же, я. В принципе, все уже настроено, всего лишь-то за 2 дня, как бы вот такая вот у меня хорошая администрация. В принципе, я считаю, даже круче. Давайте сейчас составим табличку и будем определять, какой сервер все-таки же лучше, новый или старый. Начнем, пожалуй, с первого плюса к новому серверу. В старом сервере все было как-то разбросано, еще как-то. Например, футбол это был в чатах. Это как бы должно было быть интересно. Но проблема в том, что интересные чаты это почти одно и то же. И как бы все было разбросано и важно, ну, что-то тут было это. В общем, вот так вот все разбросано. А в новом сервере все главное на своих местах. Конечно, будет обновление, и тут будет уже и развлекательные там. Но мы специально создадим канал, там, игры, там, это. Ну, как бы все будет по полкам. Так что первый балл все-таки новому серверу. Второй плюс уходит новому серверу. Так как на прошлом сервере было 26 правил, и все они писались вручную. А на новом сервере все уже автоматизировано. То есть это означает то, что все переходит из средних веков к настоящему. Как бы все автоматизируется на сервере. Я считаю это круче. Ну и последнее, третье сравнение. В нем выигрывает новый сервер. Это Эмоди канал. Как по мне, на старом сервере все эмоди почти были желтые, ну и как бы все сливается, ну, вот желтое. А вот на новом сервере, как по мне, разные цвета, из-за этого как бы красиво смотрится. И как бы новый сервер побеждает.